только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около 5 часов. За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующие договоренности. До того времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны. Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения стали уже, получили, вернее, какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультаций в столице своей. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на которых эти темы получат уже конкретную практику развития.